Привет! В эфире новый экстремальный проект «У станка шоу». Мы познакомим вас с новыми интересными людьми, для которых подготовили сложные испытания. А именно 3 дня испытаний ждут наших участников. Наши участники – это не супергерои, и мы не создаем их. Наши участники – это успешные и состоявшиеся люди, которым нужны новые эмоции. И эти эмоции они найдут в нашем новом экстремальном телепроекте «У станка шоу». И первая участница – Ирина. Познакомимся с ней. Ирина Русакова, директор информационного агентства «Саринформ», неоднократный победитель интеллектуальных игр в Саратове, обладатель «Хрустальной совы» по итогам 2013 года. Активно занимается спортом, замужем, воспитывает сына. Привет, Ирин. Привет. На нашем столике приготовлены вот такие конверты. Это первый день трудотерапия. Уже сегодня ты пойдешь куда-то работать. Хорошо. Поэтому мы предлагаем тебе вытянуть конверт. Ох, к станку. Работа на хлебокомбинате. Первый день испытаний – трудотерапия. Ирина приехала на хлебзавод «Сокур-63». Одеем спецодежду, как у меня, чистенькую, беленькую, косыночку, белый халатик и приступим с тобой к работе. «Сокур-63» – одно из старейших предприятий Саратова. Каждому жителю города знакома и любима фирменная продукция – хлеб, сдобы, печенье, кондитерские изделия. А сегодня нашу героиню ждет сказка. Это название фирменной продукции ЗАО «Сокур-63». Ирина должна испечь круассаны с изюмом. А если я потренируюсь? Да, останешься у нас работать. Хорошенечко защипываем края, чтобы марганец не вылазил. Процесс производства механизирован, но некоторые этапы выполняются вручную. Наша героиня внимательно слушает наставницу и успешно справляется с заданиями. Ирина на отлично справилась со всеми этапами, а вот упаковывать готовый продукт оказалось не так-то просто. Фиксатор сломали. Все испекли, фиксатор сломали. Ура! Получилось! Наконец, круассаны готовы к реализации. Ирина несет их в фирменный магазин «Сокурские хлеба». Я вам сказку принесла. Ирина вложила свою душу в выпечку, и сказка стала былью. Пока не пробовала. Наверное, должно быть вкусно, потому что потратила кучу сил, эмоций, вложила душу в тесто. Я думаю, что это должно быть вкусно. Сейчас пробуем. Отворачивайся. Вкусно! Мы предлагаем тебе новое испытание экстремальным спортом. В этих конвертах лежат различные испытания. Выбирай. О, полет в аэротрубе. Вот и наступил второй день испытаний. Ирина приехала в клуб «Аэро», чтобы полетать в аэротрубе. Полет абсолютно безопасен, драйв на все 100%. Ощущение полностью повторяет свободное падение при прыжке с парашютом. Инструктор Костя, очень похожий на Элвиса, провел инструктаж перед полетом. Нам понравилось спокойствие Ирины. Можно было подумать, что она каждое утро начинает с полета в аэротрубе. С этим понятно. Отлично. По идее, ведущие не должны принимать участие в испытаниях, но мы не могли отказать себе в таком удовольствии. Наша команда готова! Инструктор убежден, что у нас все получится. Важно расслабиться и смотреть на его жесты. Сначала Костя показал нам мастер-класс. Кажется, все так просто и понятно. Полученных впечатлений захватило дух. Это незабываемо и ни с чем не сравнимо. За проявленное мужество и героизм Ирина получила сертификат на СПА-процедуры. Только что из трубы, если это можно сказать. Если есть какой-то свет в конце туннеля, как говорят, в конце жизни, и это прекрасно, это было также прекрасно, интересно, здорово, захватывающе.
И я хочу еще, пожалуй, несколько раз. Красивое лицо и совершенные контуры тела – результат кропотливой работы, в которой сочетаются глубокие знания врача и художника. Под таким девизом работают специалисты Центра авторской косметологии Beauty Science. Ирина заслужила после всех испытаний, которые она прошла спа-процедуры. Наша героиня имеет подтянутое тело. Она регулярно занимается спортом, но для достижения лучших результатов в центре есть ряд уникальных аппаратов. Айкун – единственный в Саратове, работает Beauty Science. Это новейший аппарат вакуумно-роликового массажа. Данный аппарат применяется при борьбе с локально-жировыми отложениями, с лишним весом, с целлюлитом, борьбе с отеками. Также улучшает очень хорошо качество кожи, способствует лифтингу кожи. Также восстановлению психоэмоционального статуса. Массаж выполняется по индивидуальному костюму, а не по маслу, что очень гигиенично. Процедура абсолютно комфортна. У Айкун практически нет противопоказаний. Достаточно сказать, что процедуры на этом аппарате рекомендованы даже беременным женщинам, а это уникально в косметологии. Дает прекрасные результаты в борьбе с отечностью. После приятной и полезной процедуры на Айкун Ирину пригласили в спа-кабинет для проведения омолаживающего обертывания. В Центре авторской косметологии Beauty Science каждая процедура – это таинство, приносящее красоту и наслаждение. Омолаживающее обертывание с пилингом решает проблему сухой кожи, корректирует контуры фигуры. Процедура начинается с пилинга. Он поможет обновить кожу, сделает ее гладкой, шелковистой, осветлит ее, сгладит проявление целлюлита. Далее проводится моделирование силуэта, наносятся подтягивающие сыворотки. Завершается это приятная процедура. Процедура нанесением подтягивающего крема с лимфодренажным массажем. Иногда по просьбе клиентов Центра Beauty Science в завершении процедуры проводится стон-массаж горячими камнями. Это настоящий ритуал для физического и психоэмоционального здоровья. Я хочу сказать большое спасибо специалистам Центра косметологии Beauty Science за прекрасно проведенное время. Чувствуется, что работают специалисты. Очень приятно здесь находиться. И я думаю, что я стану постоянным клиентом этого салона. Спасибо большое. Ресторан «Хамса» находится в самом центре Саратова. Попадая сюда, городская суета остается снаружи. Забываешь обо всем. Идеальное пространство в восточном стиле. Здравствуйте, Ирина. Вас ждут в веб-зале. В «Хамсе» ощущаешь себя как в сказке. Плавные линии и орнаменты создают атмосферу старого Баку. Современная мебель и авторский дизайн придают ресторану неповторимый стиль. Встречу с Ириной мы назначили в VIP-зале в марокканском стиле. Ирин, за все испытания, которые ты успешно прошла, студия «Волгофильм» и наш телепроект «У станка шоу» подготовили тебе грамоту. Ух ты, неожиданно. Я готова поделиться еще раз уже обдуманными эмоциями. Ну давайте тогда поговорим, обсудим. Ирин, ну вот первый день трудотерапии. Что тебе особенно запомнилось и какие трудности? Самое сложное для меня было на этом производстве – это закладывать плюшки в духовой шкаф огромный, потому что это как дракон, и ты в него вкладываешь эти плюшки, и там горячо, жарко, и он такой огромный, кажется, что сейчас прям на тебя так… Аэротруба – это вообще эмоционально суперская штука, и мне хотелось еще и еще и еще. Ирина, вчера у тебя был релакс в спа, а сейчас мы будем наслаждаться едой в прекрасном ресторане «Хамса». Под занавес программы всех ожидал вкуснейший ужин. «Хамса» – это ресторан для гурманов, для тех, кто любит вкусную, сытную, восточную еду. Нас угостили азербайджанским блюдом сач из баранины. Кстати, рассказали нам, что очень многие ингредиенты для блюд привозят прямо из Баку. На этой вкусной ноте и завершились 3 дня съемок проекта «У станка шоу» и общения с замечательной, смелой и очаровательной героиней Ириной Русаковой. Наша программа подошла к концу, но мы ждем новых героев. Вас ждут новые интересные испытания. Звоните нам по телефону 601-900. И становитесь участником «У станка шоу».